Рада приветствовать всех на своем канале, с вами Барыльченко Татьяна И сегодня небольшое видео о посылочке из магазина Бесерок Шоп Но в посылочке, собственно говоря, покупки-то и нет К чему была приурочена эта посылка и что в ней лежит, я вам сейчас расскажу Снимаю для вас это видео по одной простой причине, что в магазине Бесерок Шоп Кроме того, что идет Черная Пятница до конца ноября и в начале декабря, по-моему, 1 декабря магазину исполняется 3 года. И до самого 10 декабря у них тоже будет 15% скидка на все наборы по чистой конве. Хочу напомнить, что 26 ноября этого года, 22 года, в нашем городе Санкт-Петербург организовывается вышивальный фестиваль. Такое грандиознейшее событие, снят огромный зал, более 200 человек гостей. А может быть, и еще того больше. 200 это только которые купили билеты. В общем, там разные ценовые категории, которые будут участвовать в мастер-классах, участвовать будут в беседах всевозможных. В общем, и соответственно я буду вести мастер-класс по вышивке бисером. Все, что, в общем-то, заинтересовало, кстати, достаточное количество человек записалось, там больше двадцати не знаю, как разорваться, я обратилась к Валентинке. Говорю, с вышивального фестиваля должны уйти люди обязательно с какой-нибудь работкой. Какую работку можно выполнить за час работы, да, грубо говоря, потому что люди должны успеть на мой мастер-класс, на другие мастер-классы, на какие-то беседы с блогерами, на какие-то, как это, зона, где будут продаваться рукодельные товары. В общем, с 12 до 17 люди должны успеть пройти очень много. И я хочу сказать, что Валентинка пошла мне навстречу. Валентинка Бесеринка и прислала мне вот такую вот посылочку. А, ссылочки, естественно, на этот магазин я вам оставлю. Я, конечно, посмотрела, что здесь есть. Итак, это известные магнитики, которые выпускает Валентинка Бесеринка. Они, мне кажется, тоже или продаются, или кладутся в подарок. Вот тут я, честно скажу, забыла. Тема нашего фестиваля – зонтики. Зонтики и Санкт-Петербург. Ну, туда можно приносить любые работы, но зонтики, наверное, это будет центральным таким, центральной темой этого мероприятие. И Валентинка положила мне вот таких замечательных снеговичков. Кто не знает, это открыточка, основа тканевая. Здесь, посмотрите, совсем немножко вышивать, совсем немножко. То есть вышить можно за полчаса, в лучшем случае, для не начинающих. Для начинающих, а для человека, который уже обладает определенным опытом, здесь 15 минут работы. Вот такие положила мне магнитики. Здесь тканевая основа, Бисер мы подбираем из остатков. И э, потом мы фиксируем, тут уже вложен. Давайте посмотрим. Тут уже вложен двухсторонний на двухстороннем скотче. Так, попробую открыть вам и показать. Магнит, открыточка. Вот смотрите, место для приклеивания магнита. Смотрите, как все удобно. Вы вышли, приклеили сзади вот этот магнит. Здесь иголочка. Посмотрите, даже иголочка вот есть сняли вот эту пленочку, зафиксировали ткань. Сняли вот эту пленочку, зафиксировали открытку. Очень удобно. И получается, что это хороший мини-подарочек такой на Новый год. И хорошая в то же время, очень хорошая, быстренькая работка, такой магнитик. Итак, магнитики с этими снеговичками. Их не очень много, но достаточно. Магнитики с вот такой снегурочкой. Милейшие два штучки. Вот такой веселенький. Санта-Клаус или Дед Ну, вообще похож на Дед Мороза, конечно. Белочки. Мишки. Белочек две, мишек два. Ой, посмотрите, символ года. Зайчишка. Зайчишка, а... как его называть? Петрушка, наверное. Да, это, наверное, Петрушка. Посмотрите, как классно. С балалайчкой. Да, вот еще один Дедушка Мороз. О, два классных снеговика, которые собрались запускать петарду-ракетку. Клевые такие, прям позитивные. Девчонки, как я люблю праздник Новый год, это невероятно. Но вот этот меня умилил больше всего. Во-первых, посмотрите, здесь бисер. Какой хочешь, такой пришивай, собственно говоря. Тигренок сдает бразды правления зайки. Провожает э, снеговичка к зайцу в руки. Посмотрите, прелесть. Таких вот три снеговичка. Прекрасная, прекрасный набор. И Валентинка мне положила вот такой, для вот этих наборчиков, вот такой бросовый бисер. Ну, на самом деле их тут по 5-10 штук нужно. Но, тем не менее, она огромный молодец. Она положила еще, положила вот такие вот нитковдеватели, потому что для начинающих вышивальщиц бисером вдеть, попасть ниточкой в иголочку, большая проблема. И нитковдеватели, безусловно, Будут нам крайне полезны. Вот спасибо большое. Ну и немножко бисера, немножко бисера. Вы знаете, как раз белого бисера вот этого 4602 у меня немного, и вот мне Валентинка положила этот бисер, положила вот такой красивый красненький, желтенький чудесный, зеленый 47,102, по-моему, вот этот бисер. Если не ошибаюсь, или а 7812. Ой, ну вот этот бисер. Как же он мне нравится. Такой медный. Я не знаю, хорошо вам видно, не очень. Я его очень люблю, этот бисер. А, Нежно-сиреневый. Такой тертый, изумрудненький, красивый. 47,113. 61,030. Эти без цветов. Ну, в смысле, без артикулов. И вот такой зеленый. Мне кажется, это 67100. Мне так кажется. Красивый цвет. Но самое главное, что мне понравилось во всей этой работе... А, визитные карточки. Посмотрите. Без рок шоп. Кому интересно. Вот есть адрес. Ну, тут и так далее, и так далее... Вы можете найти просто вбить бисерок шоп, чтобы вам не вбивать все эти координаты. И сзади визитной карточки моя любимая картина Маковского, да, красавица. Посмотрите, какая невероятная визитная карточка, очень красивая. Да, тут нам сообщение. Ну, неважно, собственно говоря, телефон, жизнь продолжается, да. Ну и самое интересное, -а. все вы помните, что я получила так, сейчас я попробую вот так сделать. Получила вот такую когда-то посылочку от Валентины Бисеринки. Очень хотела ее начать. Прям очень хотела начать этот набор. У меня тут оп, и канва, и цветная схема, и невероятной красоты бисер, девчонки, посмотрите. Невероятной красоты. И ниточки, пожалуйста, и... Иголки, и, и маркеры, и стирающиеся, и не стирающиеся. Боже мой, вот этот бисер какой красивый. В общем, и, ну, как бы не дошли ручки, думаю, с Нового года начну. С Нового года начну. И что вы думаете? Я говорю: Валюшка, вот иду, а у меня все картины оформлены, ну, почти все, взять с собой нечего. Я говорю, так жалко. Она мне говорит: а я тебе пришлю. Представляете, туда нужно взять картины неоформленные, потому что это условие, в общем-то, организаторам мастер-класса. А показать хочется, очень хочется показать работы на чистой конве, работы не на чистой конве. И Валентинка мне прислала. Ее мама вышивала, еще одна девочка вышивала. Прислала мне этого совенка. Я сейчас вот так сделаю. В первую очередь вот этого совенка. Сова Министрель. Какой же он невероятный. Он небольшой, этот, эта вышивочка небольшая совершенно. Бисер лежит ровненько. Знаете, вот не толкается, не выпирает. В общем, идеальная работа, просто идеальная. И я ее могу, посмотрите, во-первых, как она кладется, она как заворачивается, да, легко. Потому что канва в наборах просто замечательно. Сейчас я уберу коробочку, которая мне мешает. Вот что я вам хочу сказать. И это очень важно. У меня там не совсем порядок. Мы вот так сейчас делаем. Вот так. Не знаю, какой ракурс выбрать, чтобы вы не видели мой рабочий беспорядок. Потому что я все-таки сижу, вышиваю, и мне э, захотелось вам видео это снять. Посмотрите мышат. Какие чудесные, смешные мышата. Ой, прелесть какая, не могу. Эти струны, да. То, ну, настолько проработанный сюжет, настолько вот он чудесный, объемный. Посмотрите, какая э, с пухлыми щечками надутыми. Э, я, я вам уже рассказывала как-то, что я э, смотрю канал. Йоль называется, да. И там хозяйка держит э, носову, держит котов, маленькие плюшечки, совята изумительный человек и изумительный канал. Вот сейчас я смотрю, они переехали в какой-то большой дом, а то они жили в однокомнатной квартире со всем этим богатством. И как сова в удовольствие гуляет там теперь на свежем воздухе безнаказанно. И э, вот эта вот сова Министрель, несмотря на то, что я, мне так хотелось отойти от темных сов, она у меня прям в приоритете. Прям в приоритете, потому что, во-первых, посмотрите, какие изумительные краски здесь. Просто вот эти вот изумрудные цвета зелени, настолько красивые настолько проработанные листики, как живые. Знаете, такое ощущение, ну мы знаем, что сова это не дневная птица, да, это такая сумрачная. И вот ощущение, что сохранена зелень и в то же время уже такое смеркается, да, смеркается. Красивый сюжет, красивый, яркий, интересный, столько зеленых, просто красота. Очень мне нравится эта работа. Видно, что, не знаю, как назвать этот инструмент. Домра, не знаю. А, может быть, надо посмотреть, что сделано из, из дерева, из какого-то растущего да, в этом лесу, потому что еще есть на ней листики совершенно свежего. Ну, в общем, тут можно фантазировать и фантазировать. Теперь я увидела воочию эту красивую вышитую работу. Естественно, у меня слюнки прям побежали. Нельзя такие вещи брать в руки. Но я вам сейчас покажу еще одну работу. Я ее для себя к покупке не рассматривала, а вот моя подруга к себе ее себе рассматривала. У нее. Я не помню, почему. Кто-то кто есть у нее по знаку Зодиака. Так, сейчас не буду вам открывать заранее. Секрет, но покажу вам вот это чудо. Это невероятное нежнейшее чудо. Посмотрите, какое, какие краски здесь используют, какие цвета бисера и полное очарование вот два сюжета которые вот можно сказать очаровательнейшие существа вот такая вот девчуля красоту а может быть дракончик мальчик просто несет цветочек для девочки в общем вспомните мультфильм про шрека и фиону да там много-много-много мультфильмов, и там вот этот осел был. Как осел любился в дракониху. Помните эту трогательную историю, да? Замечательно, у них родились детки. И вот эта дракониха, она вот прям сказочная. Вот она прям сказочно хороша, такая фиолетовая. Но вот у меня ощущение, что это все-таки девочка. Однозначно девочка. Вот такая вот с чешуйками. И чешуйки такие сиреневые. Цвета мои любимые. А, его заказывала моя подруга. Она вот почему-то очень хочет его вышить. И вот такой вот красивый дракончик. Теперь а, я могу показать его вам и подумать над покупкой. Ну, когда видишь такие сюжеты, все время думаешь, да куда я его повешу? А когда видишь, очень хочется вышить. Очень хочется вышить. Вот такая небольшая посылочка у меня появилась. Yeah, пришла. И э, она хороша как раз тем, что она очень вовремя. Я могу взять эти работы с собой на вышивальный фестиваль. Покажу. Ну, конечно, это не мои работы, да, похвастаться нечем. Но э, у меня нет таких работ, которые не в раме. Они, конечно, послужат хорошую службу именно с той целью, что такая небольшая рекламка вроде бы, и в то же время какие бывают красивые работы, вышитые бисером. Я, мне всегда хочется здесь защитить свое рукоделие. Все говорят, фу, вышивка бисером. Ничего не фу. Это потрясающий, невероятный объем. Это угу, настоящее удовольствие. Да? И результат, и процесс. Эти пусинки надо любить. Вы видите, у меня руки лежат, и я вот ну, тактильно пальцами я вот щупаю. Красивейшие работы, что дракончик, что а, это. Ну, вот это, ну я не могу, одна лучше другой. Все, я желаю вам отличного настроения. Я с вами сейчас прощаюсь. Пишите, какая работа вам понравилась больше. Вообще-то, если кто-то идет на фестиваль, девчонки, пишите, мы там с вами встретимся. Я вас обожаю, мои зрители, ставьте обязательно лайк этому видео. Я тогда буду понимать, что потраченное время на монтаж этого видео не зря потрачено. Я желаю вам отличного настроения, надолго с вами не прощаюсь. Обязательно скоро увидимся. Всем пока.